Приветствую вас во второй части по вязанию жилеточки. Мы в первой части связали с вами перед. Кто не связал, вернитесь на первую часть и продолжаем вязание дальше. Для вязания спинки точно так же, как и при вязании переда, набираем 67 петелек и вяжем резиночкой 1 на 1 13 рядочков, чтобы закончить вязание с изнаночной стороны. У нас будет лицевая сторона, как и прежде, вот эта сторона, где косички, и рабочая ниточка при вязании уже 14 ряда должна быть вот эта наша рабочая наборочная ниточка, которую оставляли мы для сшивания второго бокового шва, как и в первом случае, должна быть с левой стороны. Рабочая ниточка у нас с правой. Теперь смотрите. Для как бы непрерывного вязания резинки 1 на 1 с передней и со спинки частей у нас должно быть как бы такое вот законченное вязание резинки. То есть смотрите, при вязании первого ряда на передней части мы вязали с вами кромочная, затем шла лицевая, изнаночная и так далее. Заканчивалась лицевой петлей и кромочная, изнаночная. То на спинке я вам предлагаю связать в зеркальном отображении. То есть кромочную вяжете в первом ряду изнаночной, как я вязала в первом случае. Затем после кромочной вяжете изнаночную, затем лицевую и продолжаете чередовать. И у вас тогда закончится точно так же. Перед кромочной изнаночной будет также изнаночная. И получится при сшивании боковых швов у вас на первой части, передней части, у нас будет кромочная, после нее изнаночная, а здесь кромочная, после нее лицевая. То есть кромочная уберется швы, петля с одной и с другой стороны, и получится изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, продолжится наше непрерывное вязание резинки 1 на 1. Затем, провязав 13 рядочков, в 14 ряду вы переходите на лицевую гладь, то есть с лицевой стороны все петли лицевые с изнаночной, все петли изнаночной, при этом кромочная первая снимается не провязанной, последняя вяжется в любом ряду, что в изнаночном, что в лицевом, последняя у нас изнаночная петля. Вот, я думаю, что здесь вы справитесь, и нам нужно будет вязать вот таким вот полотном лицевой гладью после резиночки до тех пор, пока мы не дойдем до уровня по сантиметрам вывязывания проймочки. То есть, смотрите, в идеале можно было бы посчитать количество рядочков, сколько вы провязали до проймы на передней части, и такое же количество рядочков связать для проймы спинки. Но, в принципе, можно так как бы сильно к этому не придираться и просто от начала вязания до связанного полотна, то есть до начала закрытия проймочек, отсчитать нужное количество сантиметров. А затем уже начинаем в лицевом ряду закрывать первую проймочку, в изнаночном ряду вторую проймочку. То есть вы уже по вязанию передней части уже смело сможете связать проймочки и на спинке. Я думаю, что здесь труда особого не составит, это все очень легко и просто. Просто вяжем, продолжаем лицевую гладь. Если спереди у нас были сложные для многих ромбы, то со спинки у нас просто идет лицевая гладь. Вот, и с изнаночных рядов изнаночная гладь. То есть здесь, я думаю, что вам закрыть петельки не составит особого труда и сложности. Итак, провязав от начала вязания резинки до проймочки 26 сантиметров, закрываем в лицевом ряду 3 петли, в изнаночном 3 петли, в лицевом ряду 1 петлю, в изнаночном петлю, и в лицевом ряду 1 петлю снова, и в изнаночном ряду 1 петлю. У нас убавилось с каждой стороны по 5 петелек, то есть получились вот такие проймочки. И продолжаем дальше прямым вязанием. Прямым вязанием нам нужно связать от закрытия проймочек 15 сантиметров, то есть не довязать 2 сантиметра до общей высоты жилетки. Для начала нам нужно найти серединку, как всегда. То есть я разделила на 2 спицы для удобства, и у меня на первой спице 29-я, вот она петелька. То есть 28, 28 и 1 центральная петля. От этой центральной петельки мы должны отсчитать 12 петель в одну сторону и 12 петель в другую сторону. То есть 25 средних петель мы должны закрыть. Закрывать мы будем самым обычным способом. При этом я немножечко вам напомню, изначально мы делали вот такие расчеты небольшие, и я уже хотела, как я вам уже говорила в первой части, хотела оставить 15 петелек на плечевой скос, но оставила 14 на передней части, поэтому на задней нам тоже нужно оставить 14 петель. Затем мы два раза по одной петле закроем в начале двух лицевых рядочков,
И вот 25 петель средних. То есть с одной стороны одна петля и с другой стороны. С одной стороны петля и с другой стороны одна петля. Центральные 25, это получается 29 петелек. И по 14 петель с двух сторон, это плечевые скосы. Вот таким вот образом нам и нужно закрыть. Для начала мы провяжем 14 наших петель плечевого скоса и 2 петли, которые мы должны закрыть постепенно. То есть 16 лицевых. Первую кромочную снимаю. Затем провязываю 16 лицевых. 1, 2, 3, 4. Вместе с кромочной это уже 5. Далее 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Провязали 16 вместе с кромочной петелек. Далее начинаем закрытие. Вяжем 2 лицевые петли. 1, 2, это 25 и 24. И одеваем первую лицевую на вторую. Далее снова 1 лицевая и предыдущую одеваем на лицевую. 1 лицевая, предыдущую одеваем на лицевую. Таким образом мы закрыли уже 3 петельки. Снова 4 лицевая протяжка. 5 лицевая протяжка. То есть протяжка это я предыдущую одеваю на последующую. 2, 4, 5 петель закрыли. Теперь лицевая протяжка 6. Лицевая протяжка 7. Лицевая 8. Лицевая 9. Лицевая 10. Лицевая 11. Лицевая 12. Далее продолжаем. Лицевая 13. Я переодену на вторую спицу, мне так будет удобнее. Далее лицевая 14, лицевая 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25. И теперь отсчитываем. У нас должно остаться на второй части 16 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. И последняя петля, вот на которой мы делали последнее закрытие, это 16 петля. Поэтому довязываем 15 лицевых. То есть 14 лицевых и кромочная изнаночная. Как всегда я вязала изнаночную последнюю. Вот, поэтому вяжем наши 16 последних петелек. И на первой спице, как вы видите, я поделила на 2 спицы, должно также остаться 16 петелек. Для этого мы проверим сейчас, чтобы было все хорошо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Все, петельки совпали. 16 с одной стороны, 16 с другой стороны и 25 закрытых петелек косички. Для того, чтобы были красивые края с обеих сторон, вот этой косички, смотрите, вот последняя петля, а вот она первая петля. Здесь как бы идет такой вот некрасивый разрывчик. Я хочу этот разрывчик убрать, поэтому лицевую последнюю я спускаю. Но смотрите, чтобы она у вас не распустилась совсем. Ввожу крючок в последнюю петлю косички, вот здесь вот, в крайнюю петлю. Затем накидываю на нее лицевую, вот эту снятую, и вытаскиваю. Возвращаю лицевую обратно на спицу. При этом у меня получилось как бы такое вот красивенькое окончание и начало закрытия косички лицевыми петлями. Вот так вот. И у нас теперь продолжаем делать закрытие. Закрытие мы будем делать точно так же, как на переде. Сначала на одной стороне, а затем на второй. Поэтому на второй мы будем делать присоединение, как и на передней части. Для начала закончим одну сторону, а затем начнем другую. Изнаночную сторону с левой стороны мы будем вязать изнаночными петлями. Кромочную снимаем и все петельки изнаночные вплоть до кромочной, то есть последней 16 петли. С изнаночной стороны мы ничего не меняем, то есть просто вяжем петельки по рисунку изнаночной глади. Развернув с лицевой стороны, первую вот эту кромочную нашу и вторую лицевую вяжем 2 вместе петли одной лицевой.
то есть сократили одну петлю. Далее довязываем лицевые петельки и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд, все петли по рисунку изнаночные. Развернув на лицевой ряд, снова кромочную и вторую лицевую петлю вяжем 2 вместе петли одной лицевой. И довязываем до конца ряда лицевые вот эти петельки и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд по рисунку. Довязав изнаночный ряд, все, на этом мы закончим вязание левой стороны. Обратите внимание, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петелек. Как и на передней стороне, у нас 14 петелек на плечевом скосе. Теперь мы сейчас отрезаем ниточку. Но не спешите отрезать ниточку, скорее всего, смотрите, я всегда на лицевой вот здесь вот глади, чтобы померить четко сантиметры, вставляю вот так вот в краешек спицу, и у меня выравнивается гладь как бы вот так вот пряменько. Теперь наверняка, чтобы было все хорошо, измерьте от проймы до плечевого скоса должно быть 17 сантиметров. И на передней и спинки в частях точно так же, одинаковое количество сантиметров в высоту. То есть, если у вас все совпадает, все хорошо, то приступаем ко второй части. Если вы оставляли на передней части ниточку, то можете здесь ниточку отрезать, оставить короткий краешек для заправления кончиков. Если же вы на передней части отрезали ниточку совсем, то на спинке оставьте ниточку все-таки для того, чтобы закрыть нам плечевой скос. И отрезав ниточку, приступаем к вязанию второго плеча. Для этого берем отрезанный краешек ниточки нашей и будем вводить его в работу, так как с правой стороны у нас нет рабочей нити. Изначально можете сделать рабочую петлю, но я ее делать не буду, честно говоря, мне проще спрятать потом будет ниточку, которая будет без узелка, чем с узелочком. Поэтому я буду вводить рабочую ниточку, начиная с первой петли после кромочной. Кромочную я снимаю не провязанной. Далее все петельки в ряду я вяжу лицевыми. Абсолютно все. По идее, у нас с правой стороны должен был сейчас быть изнаночный ряд. Но мы начали вязать лицевой ряд, то есть как бы в зеркальном отображении. И делать убавления будем в начале каждого изнаночного ряда. То есть нам нужно сделать 2 убавления. В начале изнаночного ряда один раз, затем провяжем лицевой ряд без изменения. И в начале изнаночного ряда второй раз и провяжем лицевые без изменения, то есть в зеркальном отображении. Провязав все петли лицевые, мы разворачиваем на изнаночный ряд. И первые 2 петельки, включая кромочную и первую вот эту изнаночную, мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Затем до конца ряда довязываем все петли изнаночные. И в лицевом ряду кромочную снимаем и провяжем все петельки абсолютно лицевые, включая последнюю петлю. Провязав лицевой ряд, разворачиваем на изнаночный и снова кромочную и первую изнаночную петлю вяжем вместе одной изнаночной петлей. Почему изнаночной? Потому что мы вяжем с изнаночной стороны изнаночными петлями. Точно так же и здесь не нарушаем порядок. Провяжем вместе одно убавление одной изнаночной 2 первые петли и затем до конца ряда довязываем изнаночными петлями. И затем лицевой снова нам нужно провязать с лицевой стороны все петельки лицевые. Кромочную снимаем и до конца у нас должно получиться всего вместе с кромочной 14 петелек. И это последний ряд, абсолютно последний самый. С правой стороны мы убавили 2 петли, и сейчас у нас по счету 14 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все правильно. По рядам у нас должно совпасть как левая сторона, так и правая. Единственное, что нам сейчас нужно будет спрятать вот этот краешек. Хотите, можете его пока не прятать, потом уже по окончанию всей работы потом будете прятать краешки. Вот, итак, по рядочкам у нас совпало количество с правой и с левой стороны. Можете пересчитать, чтобы наверняка не ошибиться. И теперь мы приступаем к нашей сборочке. То есть мы сейчас будем сшивать передние и задние стороны. Вот, я оставила достаточно коротенький краешек, но главное вам будет его спрятать.
И начинаем сшивание передней и задней стороны. Теперь смотрите, нам главное, чтобы наша передняя сторона и задняя совпадали по длине. Поэтому обязательно на это обращайте особое внимание. И точно так же проймочки наши от начала вязания, вот здесь вот резинки должны также совпадать. Если вы вязали все правильно и по видео, то у вас должно не возникнуть никаких проблем. Вот. И здесь точно так же наша проймочка должна совпасть. Для начала мы сошьем сейчас плечевые скосы, а затем приступим к боковым швам. Я буду плечевой шовчик закрывать трикотажным швом. То есть, смотрите, если вы не видите шва, то это замечательно. Вот в этом и заключается суть закрытия открытых петелек трикотажным швом. Видео в YouTube достаточно этого шва, поэтому я сильно вам, скажем так, показывать не буду. Я лишь начну вместе с вами. Кто поймет, то отлично. Если вы не понимаете, как его делать, введите отдельное видео в YouTube и посмотрите более подробно. Итак, в общем, я как бы сделала непрерывное вязание, как вы видите, без шва, поэтому мне это нравится. И мы начинаем, вдеваем вот здесь вот, у нас оставалась ниточка на передней стороне, на передней части, и мы вдели ее в иголочку. Вот, теперь смотрите, подтягиваем аккуратненько спицы к краю, вот здесь вот, чтобы у нас были петельки. Вот, и смотрим, у меня... вот здесь вот с лицевой, обратите внимание, стороны передняя часть, с лицевой стороны задняя часть, то есть спиночка наша. И я повернула к себе, так как у меня на передней части вот эта ниточка, то я повернула передней частью к себе вот так вот поближе. Теперь смотрите, ниточка находится на ближней спице. Я беру, ввожу иголочку за заднюю петельку, вот здесь вот. И подтягиваем. Возвращаюсь снова к той петельке, из которой у нас исходила ниточка. Ввожу в нее иголочку и снимаю со спицы с первой. Вот таким вот образом. Теперь беру, вдеваю в соседнюю петельку, поворачивая за заднюю стеночку. И продеваю сквозь две петельки вот так вот ниточку. Теперь снимаю с задней спицы, со второй петельку, та, которая у нас прошита, и вдеваю соседнюю петельку, вот так вот, аккуратненько поворачивая красивой косичкой. И сквозь две петельки, прошитую и не прошитую, продеваю ниточку. Сильно не затягиваю, для того, чтобы у нас была как бы визуализация прямого красивого вязания. Теперь у нас, смотрите, с нижней спицы есть прошитая лицевая и не прошитая петля. Я ввожу сначала в прошитую петлю, а затем за заднюю стеночку в непрошитую петлю и снимаю непрошитую со спицы. Сквозь две петли прошиваю ниточку. Возвращаюсь на верхнюю спицу. И смотрите, есть у нас непрошитая петля лицевая, мы в нее, точнее прошитая петля и непрошитая. Мы сначала вдеваем иголочку в прошитую, а затем в непрошитую. И сквозь две петельки вот так вот прошиваю рабочую ниточку. Теперь снова к нижней спице, к ближней возвращаюсь, прошитую петлю захватываю, а затем непрошитую захватываю и сквозь две петли прошиваю ниточку рабочую. Опять же, не затягиваю, для того, чтобы у нас была красивая косичка и визуализация непрерывного вязания. Теперь снова к верхней возвращаемся спицы, к дальней. Вот она у нас прошитая петля, и мы снизу продеваем иголочку в непрошитую петельку, спускаем со спицы и сквозь две петли прошиваем ниточку. Теперь возвращаемся к ближней спице, в прошитую вот эту петельку вводим иглу и в непрошитую снизу вводим иглу. Сквозь две петельки прошиваем рабочую ниточку. Снова вверх смотрим, прошитая вот она петля лицевая и непрошитая петля снизу вводим. Снимаем со спицы петлю и прошиваем сквозь две петельки рабочую ниточку. Теперь снизу прошитая петля, вот она, сверху вниз вводим, вводим иглу и снизу вверх во вторую петельку соседнюю вводим. Сквозь две петли прошиваем
иголочку. Теперь снова верхнюю спицу. Вдеваем иголочку в прошитую петлю, а потом не прошитую. То есть как бы соединяем. Суть сама такая, как бы мы фактически вяжем между двумя открытыми спицами с открытыми петлями, как бы соединяем ее лицевой гладью. Вот. То есть смотрите, трикотажный шов, если вы распустите, то у вас получается как бы продетая ниточка в таком вот положении, как бы змейки, соединяя прошитую и непрошитую петельку. Сначала сверху, затем снизу. Сверху, снизу. То есть чередуете. И главное здесь, конечно же, самое главное, это поворачивать петлю так, чтобы она ложилась красивой и ровной косичкой. Для этого вам нужно каждую петельку аккуратненько смотреть и разворачивать нужной вам стороной с помощью иглы. То есть всегда петелька лицевая, как снизу, так и сверху, должна ложиться красивой косичкой. Вот она легла у вас красивой косичкой. Вводим сверху вниз иголочку, а здесь лежит боком косичка. Вот мы должны снизу вверх вот так вот снять ее на иглу, то есть ближайшими стеночками, и продеть сквозь две петельки рабочую ниточку. Точно так же и сверху. Вот она у вас красивая повернутая косичкой верхняя петля. Мы сверху вниз вводим в нее иглу и снизу вверх за вот эту вот стеночку боковую вытаскиваем иголочку и продеваем сквозь прошитую и непрошитую петлю. Вот так вот делаем шовчик. Получается в итоге красивая вот такая косичка. И вот так в итоге у нас получится верхушка плечевого скоса. Дошивав плечевые скосы вот таким вот трикотажным шовчиком, у нас с лицевой стороны получается вот такая вот лицевая гладь, с изнаночной стороны изнаночная гладь. И теперь у нас остается лишь шить боковые швы. То есть смотрите, мы точно так же лицевой стороной поворачиваем к себе удобной стороной, я бы сказала вот так вот, лицевой. И освобождаем ниточку, которую мы оставляли для пришивания. Вдеваем ниточку в иголочку и за вот эту кромочную петлю, за боковую стеночку кромочной петли, вот здесь вот внутренней, то с одной стороны, то с другой стороны вдеваете иголочку, то с одной стороны, то с другой стороны. При этом у вас получится тоже непрерывное вязание резиночки 1 на 1, лицевая изнаночная петля, а здесь после кромочной идет лицевая, также изнаночная петля, и в итоге получится вот так вот соединение резиночки 1 на 1 по кругу. И затем переходите на соединение вот здесь вот лицевой глади и боковых стеночек вот до вот этой проймочки. Нам нужно дошивать до вот этих уголочков от начала вязания вот так вот до конца. Вот. Сшив боковые швы, вот здесь вот нашу жилеточку, получился вот такой вот шовчик. И с изнаночной стороны получается тоже довольно-таки мягкий, аккуратненький шовчик. Теперь смотрите, нам нужно для начала обвязать вот эти проймочки наши. То есть вот она наша пройма 17 сантиметров. Нам нужно обвязать ее такой же резиночкой 1 на 1, как мы вязали изначально. Я буду вязать чулочными спицами. Вот, поэтому набираю на чулочные спицы, можно на 3, можно на 4 по кругу. Не по кромочным петлям, а по предыдущему ряду. То есть вот так вот. Как бы вот они наши лицевые косички. Вот по самой крайней косичке я набираю петельки. Где-то приблизительно пропуская не, не из каждой петельки прям, а где-то 3-4 петельки набираю, потом пропускаю одну петлю. 3-4-5 петелек набираю, пропускаю одну петлю. То есть я по кругу вот так вот набираю. У меня получилось для вот такого обвязывания, не сильно широкого, в то же время не узкого, 86 петелек. Хотите, можете набрать больше, хотите меньше. И провязала 5 рядочков по кругу. То есть я вот так вот взяла и прям по кругу непрерывно вязала 5 рядочков. При этом у меня ряд начинался вот здесь вот под ручкой. Вот так вот. И я чередовала лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И затем закрыла петельки. Закрыть петельки можно любым способом. В интернете существует очень много способов обработки
трикотажным швом закрытия резиночки 1 на 1, можно закрыть стандартным способом, как мы делали закрытие вот здесь вот на спинке, то есть лицевая предыдущую одеваем на последующую, снова лицевая предыдущую на последующую. В общем, в принципе, можно любое обработать краешек, уже видео по жилеткам я уже показывала, как можно закрыть петельки трикотажным шовчиком, поэтому я думаю, что здесь тоже не совсем проблематично будет. Поэтому набираем 86 петелек и по кругу вяжем непрерывно резиночкой 1 на 1. И затем закрываем петельки через 5-6 рядочков с одной стороны и точно так же делаем с другой стороны. Обвязав боковые две стороны проймочки для рукавчика, вот здесь вот наши обвязочки готовы. И теперь мы точно так же по кругу горловины, или правильнее сказать по треугольнику, вот, набираем от уголочка, начиная вот так вот, набираем по предыдущему ряду, то есть не по кромочным, посмотрите, а по предыдущему. У меня получилось по наборочному краю 124 петли. Вот здесь вот опять же мы закрывали 25 петелек наших, вот не по кромочным, а по как бы предыдущему ряду. Из петельки вывели петельку. Вот таким вот образом я набрала 124 петли. И теперь буду вязать прямыми обратными рядами. То есть не по кругу, как я обвязывала рукавчики, а прямыми обратными рядами, чтобы у нас вот здесь вот посерединочке был бы как бы разрезик. То есть чтобы у нас расходилось вязание вот так вот на две части. И затем мы будем сшивать. Я вязала на обработке вот здесь вот проймочек 5 рядочков, поэтому на горловинке тоже буду вязать 5 рядочков. Для того, чтобы закончить в конце изнаночного ряда, я также начну с изнаночного ряда. То есть я сейчас начну не вот так вот вязать, как бы в левую сторону, а начну с изнаночного ряда, вот так вот, чередовать лицевые и изнаночные, а затем, довязав до уголочка, буду возвращаться по лицевому ряду, опять по изнаночному, по лицевому. В общем, буду вязать, и снова в лицевом ряду я сделаю закрытие петелечек вот таким вот трикотажным шовчиком резиночки 1 на 1. Итак, вот я связала нашу горловинку и закрыла петельки. Теперь смотрите, у нас вот так вот получается рассоединено обвязывание в уголке в нижнем, и у нас остается лишь определиться, как мы будем сшивать горловину. Существует, в принципе, два таких самых распространенных способа. Это шовчик посерединке, либо с захлестом вот так вот левой стороны на правую. Ну, то есть, если вот так вот вы повернете на себя, как бы, то получается вот захлест с левой стороны на правую. Вот. В принципе, это самый такой распространенный способ, то есть на мужскую сторону вот такой вот нахлёстик. И пришиваем теперь. Пришивать можно вот такими тоненькими-тоненькими стежками поверхность, вот здесь вот, вот так вот прислонив с одной стороны, вот так вот наметочными швами. Можно закрепить с другой стороны, это по желанию. Вот. Вот эту сторону трогать не нужно, лишь только вот здесь. Можете еще внутреннюю сторону для такой вот, скажем так, достоверности. Можете еще с внутренней стороны вот так вот пришить. Это в идеале. Если же у вас, скажем, не хватает с нахлёстом, то есть у вас очень плотненько села резиночка, то можете сшить ровно посерединке. То есть смотрите, вот у вас получается набранные петельки крайние. И вы за крайние петельки как бы за кромочные сшиваете. Абсолютно не важно, закончилось у вас, началось лицевой. Здесь абсолютно не важно. Просто за крайние две петельки сшиваете ровно посерединочке. Можете тайными стежками с лицевой стороны, либо с изнаночной стороны уже нахлёстом. Я буду пришивать вторым способом ровно посередине. Так получается более, скажем так, унисекс, то есть смотрите, подойдет как для девочки, так и для мальчиков, если вы посерединке сошьете. Если же для девочки, то соответственно нахлест нужно делать правой стороны на левую, то есть если вы развернете, то правая у вас ложится сторона на левую, если мужская вот так, то
женская вот так. Я думаю, что вы поняли, но проще всего при обвязывании резиночки 1 на 1, так как она хорошо стягивает горловинку, то лучше использовать вот этот как раз-таки второй способ. Я надеюсь, что у вас все получилось, все понравилось. Как и говорила, пол сантиметра наши поубирались с каждой стороны. Там, где мы вязали на пол сантиметра длиннее, как длину проймочки, как длину горловины и так далее. В общем, я надеюсь, что у вас все получилось, осталось все понятно. Конечно же, ставьте лайки. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока!